Мы приветствуем недавние заявления высокопоставленного представителя администрации президента Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах. Мне кажется, это очень важный и своевременный сигнал. И мы будем всячески содействовать данному процессу, имеющему принципиальное значение для примирения Баку и Еревана, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Мы, кстати говоря, фиксируем очень много фейков, которые инспирированы для того, чтобы не дать возможность жителям этого региона, этих территорий, вернуться обратно. Кого-то запугивают какими-то мнимыми угрозами, кому-то распространяют или подбрасывают недостоверную информацию относительно того, что уже ничего не осталось от их домов. Это неправда. Мы, по крайней мере, видим вот эти информационные кампании, которые сейчас активно проходят. Но мне кажется, нужно опираться на те официальные заявления, которые, в частности, в данном случае я процитировала представителя администрации президента Азербайджана и на соответствующие заявления российской стороны, которые я только что сделала.